Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Криминальный доктор». Приятного просмотра. Сюжет. Талантливый нейрохирург Андрей Смирнов настолько занят работой, что окружающий мир для него давно не на первом месте. Жена ушла, а сын, Роша, без должного внимания, далек от отца и всего, что с ним связано. Единственная поддержка и опора Смирнова – это его невеста Марина, анестезиолог и заместитель главного врача больницы, в которой они вместе работают. Однажды на стол к Смирнову попадает пациент, который, к удивлению врача, умирает вскоре после операции. Андрей пытается разобраться в странной ситуации и попадает в СИЗО по подозрению в убийстве. Но это лишь начало его злоключений. Седьмая и восьмая серии. Полиция задерживает Кирилла. Морозов просит Шилина отпустить Дениса в обмен на ответную услугу. Шилин рассказывает ему про контрабанду золота из Турции через его порт, который занимается Лобов. Дениса отпускают из СИЗО. Смирнов просит его уехать из города. Пока Смирнов снимает наличные в банке, за Денисом приходит его напарник из банды Лобова, чтобы охранять на кладбище Морозова. Он рассказывает Денису, что Олейника убил его отец. Шумейка неожиданно приезжает из Лондона, дочь Лера. Денис спасает Морозова от смерти. Смирнов проводит операцию дочери Шумейка и предупреждает о проблемах со зрением в период восстановления. Шумейка настаивает на ее пребывании не в больнице, а в отеле. Лобов просит Смирнова помочь вывести из порта ценный груз для грузинского партнера. От Смирнова требуется усыпить охранников полицейских. Во время передачи контейнера заказчику Лобовы попадают в облаву. Морозов встречается с Шумейкой и делает вид, что принимает его условия по управлению портом. Ему в руки попадают фотографии Смирнова и дочери Шумейка. Он просит Дениса привести ему доктора. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.